Сегодня в улетном видео по-русски. Скользкие типы. Как молодежь отдыхает на даче. Кровавый нежданчик. Вы, друзья, как не садитесь, а в пиротехнике не годитесь. Соедини напрямую, да и все, как напрямую. Черная дыра. Уникальное природное явление в московском небе. Не крути педали. Несчастный случай при экстремальном спуске. Явление креста народу. У очевидцев разные объяснения увиденного. Два притопа, три прихлопа. Девчонка в танце разрушила дом. А еще я в нее ем. Дурной голове каска может пригодиться. Буба чуть не дал дуба. Сноуборд иногда опаснее мотоцикла. Буба сломал себе все кости. Show must go on. Специалисты по промышленным взрывам не приглашают на свои выступления. Только для тебя, любимый. Мама не дала раскрыться стрип-способностям дочери. Северный Кавказ. Лагерь террористов. Один из боевиков пристреливает самодельный миномет. Это место бандформирование облюбовало уже давно. Здесь крайне удобная точка для удара по колонне федеральных войск. Ведь миномет – специфическое оружие. Очень трудно понять, откуда по тебе из него стреляют. Но этого боевика не пришлось вычислять и ликвидировать. К такому деструктивному результату могли привести либо ошибка кустарей производителей миномета, либо бракованный заряд. Или обе эти причины одновременно. В любом случае, этот минометчик получил по заслугам. Это полк Петра Первого приветствует вас. Петра Первого, смотришь, тебе голову не оторвало. Это предупреждение одного из трех пиротехников-любителей оправдано на 100%. Они готовятся к салюту. Однако дальнейший диалог заставляет нас усомниться в профессиональных навыках ребят. Ну что это такое? Ты идиот! Вот глаза. Потому что ты идиот. И у тебя только поджигать останется. Да ни чего ты выдал? Сними просто это и все. Они же не такие. Соедини напрямую, да и все. Как напрямую? Ты знаешь? Там вон они короткие какие. Ты что делаешь-то? Дурак? И правда, парням лучше ничего не делать. Вообще ничего. Провода, они ничего с ними не будет. Почему здесь провода? Молодому человеку, можно сказать, повезло. В том смысле, что заряд взорвался в трубе, и поэтому не оторвало руки. Как мы отбежали успели. Не переломал? О, разорвало. Нет, ребят, вам, чтобы дожить до новогоднего фейерверка, необходимо досконально изучить профессиональную литературу. А пока что ограничимся теорией. К практическим занятиям вы не допущены. Украина. Гарные хлопцы собираются повеселиться. Точнее, пострелять. Улыбнись для начала. Покажи эту куклу. Еще более распространенные названия этого вида самодельного оружия – поджиг или самопал. Ребятам в армии с настоящими автоматами бегать пора. Они все с детскими гаджетами развлекаются. Давай, уже гасы. Бетхой. Рука. Ай, ты хоть живой? Зря парень смеется. Посмотрите, как ему посекло шею, грудь и руку. Несколько сантиметров выше, и картечь с пламенем из разорвавшегося ствола лишила бы этого стрелка глаза. И в следующий раз, играя в пистолетики, он целился бы уже одним глазом, не зажмуриваясь, как великий Кутузов при Бородино. А ну подивись на мать, вы шо, ненормальні? Порохом шуганула. Будем надеяться, что бабушка, чей голос мы слышим, запретит бесенятам озорничать. И, может быть, найдет для них работу на огороде. Когда мальчики заняты, меньше шансов, что они будут безобразничать. А вот как нельзя запускать петарды. Ни в коем случае. Парень получил серьезный ожог груди, рук, живота и чуть ниже живота. Хорошо, ума хватило голове петарду не представлять. Красноярск. Магазин электроники. Продавец демонстрирует покупателю работу блока питания. Что-то пытается приладить, запустить. Старается, пыхтит. Ведь продавать — это его работа. Это ужасно. Это ужасно.
Видимо, замечание про «жахнет» сделал более опытный продавец. А вот неопытный покупатель решил подойти и помочь неопытному консультанту. Совсем не кстати. Опытные айтишники найдут тысячу причин, почему это произошло. Блок питания без нагрузки не включают. Или напряжение тока скакнуло. Или брак самого блока. Или переключил тумблер на более низкое напряжение. Это не важно. Наше юзерское покупательское дело – сторона. Стоим подальше, в процессе не участвуем. Целее будем. Москва. Декабрь 2006-го. Сейчас вы увидите попытку сноса так называемого «фенольного дома» на открытом шоссе. Несмотря на 160 килограммов взрывчатки, заложенные по периметру, здание всего лишь осело на один этаж. Целиком разрушились только несколько центральных блоков. Страшнейшая пыльная волна буквально накрыла этот квартал метрогородка. Взрывотехники не знали, что делать. Меж тем оцепление частично сняли, и жизнь в округе начала входить в нормальное русло. Даже пошли трамваи в непосредственной близости от еще не рухнувшего здания. Позже станет ясно, что это было неоправданным риском. После первой неудачи подрывники предприняли еще несколько попыток сравнять с землей нехороший дом. Затем было принято решение снести хотя бы одно крыло непокорного здания. Но, немного подумав, часть дома все же сдалась. Видите, часть обвалившейся конструкции упала прямо на трамвайные пути. Если бы этот блок обрушился самостоятельно, когда начал ходить транспорт, жертв среди случайных свидетелей было бы не избежать. Последнее уцелевшее крыло здания решили не взрывать. В результате несломленные фрагменты архитектуры времен застоя разобрали при помощи строительного крана и экскаватора. Москва. Танковый проезд. Далекий 98-й год. Уже тогда в Первопрестольной сносили не только опасные и аварийные здания, но и памятники архитектуры или добротные сталинские дома. Такие, как этот. Все знают, что до эпохи хрущевок строили основательно. Поэтому взрывчатки на него не пожалели. И шестиэтажка сдалась с первого раза. После такого пыль осела в квартирах дома напротив очень нескоро. Хотя через 5 лет в непосредственной близости от этого места пройдет третье транспортное кольцо. И пыли, и гари в этих краях будет в избытке круглосуточно. Демонтаж сооружений взрывным методом – это зрелище на уровне шоу Дэвида Копперфильда или цирка Дю Солей. В смысле, также зрелищно и очень похоже на красочную магию. Действительно, здание можно сравнять с землей за несколько секунд, как, например, вот эти сооружения на Магнитогорском металлургическом комбинате. Единственное, что подготовка ко взрыву занимает длительное время. Работа со взрывчаткой, которой при столь масштабных работах требуется сотни килограммов, дело мега ответственное. Также важна точность расчетов. Ведь во время мощного взрыва не должны пострадать здания, находящиеся в непосредственной близости от сносимого объекта. И, конечно, приглашают промышленных взрывников не ради красочного шоу. Дело в том, что демонтаж здания таким способом занимает в 5 раз меньше времени, чем традиционный разбор по блокам и кирпичикам. А услуги промышленных подрывников стоят в 3 раза дешевле труда рабочих разрушителей. Поэтому подрывники всегда на расхват. Работа хорошая, прибыльная. Правда, сказать, что эта работенка не пыльная, язык не поворачивается. А вот видеоинструкция от нашего телезрителя. Если вам скучно и делать нечего, если родители на даче, а в квартире бестолковые друзья, а у друзей петарды, то... Не тяните резину! Киньте петарду в унитаз! Расстроился? Унитаз разнесло? А ты какой результат хотел увидеть?
Хорошо, что не додумался еще и пятую точку на унитаз пристроить. Сам цел и невредим. Радоваться надо. Смысл некоторых юношеских развлечений можно понять с трудом. Зачем под Новый год забираться в ванну, да еще с напарником? Я буду отбивать петарды! 5, 4, 3, 2, 1! Чем собирался отбивать петарды молодой человек, сидячи голым в ванне, большой вопрос. Или небольшой. Это стало бы понятно, начни он их чем-нибудь отбивать. Новогодний праздник Нептуна, кажется, удался. Будем надеяться, что отмечать его подобным образом ребятишки будут не каждый год. Целлофановая упаковка. Фасуем экологически чистых дачниц. Финальный заезд. После этого экстремал не смог сесть на байк. Аномалия. Природа реагирует, когда на третьем транспортном кольце нет пробок. Раззудись плечо, поднимись нога. Как можно поломать мебель в танце? Знаки. Очевидцы так и не смогли понять, что они видели. Нужно ли страховать солдатскую каску? Применение металлического головного убора в мирное время. Двое в комнате. Я и теща. Неудачный видеопривет любимому. Жители Кызыла утверждали, что это поразительное явление, зафиксированное над их родным городом, не что иное, как НЛО. Ни военные, ни городские власти, ни представители гражданской авиации других версий не подбросили. Поэтому приходится верить кызылчанам. А вот что можно снять в ночном подмосковном небе. Тёма, это чё? Это ж комета, слышишь? Нихрена. А это, слышишь, это запустили откуда-то или что? Ни Тёма, ни его друг, видимо, не в курсе, что кометы не запускают с космодрома Байконур или с мыса Канаверал. Они появляются в небе, не согласуя свой полет со специалистами в ЦУПе или НАСА. Шустро, да, идет-то. Я сам что-то заочкую. Да ты успокойся, я тебе говорю. Не бойся. Пока еще кометы в Подмосковье никого даже краем не зацепили. Лошара. Элиста. В прошлом декабре темное небо Калмыкии больше походило на экран для новогоднего светошоу. Кто светил сверху на горожан и что высматривал, так и осталось невыясненным. Но то, что мы видим на этих кадрах, были не прожекторы, закрепленные на вертолете, самолете или строительном кране. Удивительно, но подобные неопознанные летающие и светящиеся объекты элистинцы видели в разное время и в разных местах города. Прибежала сотрудница сына и говорит, видите, говорит, над вашим домом, говорит, что такое, как НЛО. Я говорю, не знаю, не верю. И мы с ним вышли, ну, может, у меня зрение такое, что... Ну, было что-то такое, да, светящееся, висело. Ежегодно НАСА фиксирует более 4000 случаев обнаружения НЛО. Цифры этой статистики увеличились бы многократно. Поброди насовцы под Новый год по Элисте. Глядишь, и в контакт вошли бы. Они же специалисты, а не простые горожане, которым так и не удалось познакомиться с представителями внеземных цивилизаций. Москва. Чего только не увидишь на третьем транспортном кольце, когда в пробке не стоишь, а едешь. Это уникальное природное явление видели сотни и снимали десятки человек. Это дает нам право утверждать, что на экране отнюдь не компьютерная графика. Кто-то называл это зарождающимся смерчем, кто-то несостоявшимся ураганом. Но были и те, кто уверял, что это результат приземления НЛО. Именно они обратили внимание на точку, стремительно улетающую из магического небесного кольца. Мцхета – древняя столица Грузии, часто упоминаемая как Новый Иерусалим. Авторы этого видео утверждают, что сняли его именно там. Хотя другие утверждают, что это явление видели в Ельце. Третьи божатся, что самолично наблюдали его в Брянске. В любом случае, это небесное явление образа Иисуса Христа народу действительно не оставляет равнодушным никого. Даже скептики не могут пошутить, что это просто электрическая дуга над проводами. Можно сказать, что это световое явление или явление света. Кому как нравится. Конец света. Все,
все. Привычка на любое нетрадиционное природное явление реагировать восклицанием о конце света сидит у нас где-то в подкорке. Хотя уж в данном-то случае чего страшного случилось? Облака над этой частью Крыма сложились каким-то чудным образом. Глаза женщины смотрят на отдыхающих и местных жителей с многокилометровой высоты. Два глаза. Это наше небо сегодняшнее. Даже атеисты после увиденного засомневаются, а не приглядывает ли кто-то постоянно за нами сверху. Кострома. В небе над городом, над крестом телевизионной антенны, чуть правее и выше, наш очевидец увидел еще один крест. Если крестообразная антенна, закрепленная на крыше у соседа, вещь вполне понятная и полезная, без нее не увидишь ни одной телепрограммы, включая нашу, то для чего появился этот крест на небосклоне, никто ответить не мог. И что это было? Просто оптический обман или знамение? Укатали! Дачницы в целлофановой упаковке! Краш-байк. Экстремал чудом выжил после падения. Бубу в больничку. Ездить на сноуборде без каски опасно. Буба сломал себе все кости. Танцы по-черному. Из-за экстремальной дэнс-презентации пострадала домашняя утварь. Каска-невидимка. Солдату достаточно удариться головой и залечь на дно. Видеообращение. Приватный танец для любимого с будущей тещей. Веселое дачное развлечение. Гонки по мокрому целлофану. Но не превращайте торможение в спа-процедуру, которая называется «влажное обертывание полиэтиленом». Теперь паренек может сказать своей подружке: «У меня от тебя и твоих процедур голова болит сильно». Чемпионат мира по гимнастике. Очередной спортсмен готовится к не самому сложному упражнению – прыжку через козла. Гимнаст разбегается, отталкивается от мостика и приземляется на судейский стол. Стол сломан, спортсмен травмирован, судьи напуганы. А создатели этого ролика, специалисты по компьютерной графике, обрадованы. В очередной раз получилось повеселить интернет-пользователей. Мончегорск. С трамплина вылетает юный сноубордист и... Эх, Куба, жесть! Юноша цепляется кантом за склон, падает и со всей силы ударяется головой о горку. Удивительно, что мальчик не потерял сознание. Но встать самостоятельно он все равно не может. Странная реакция друзей, которые должны бы знать, что значит на скорости приземлиться на голову. Парень, вставай, не умирай, тебя прошу. Не дергайте. Буба сломал себе все кости. Оказалось, что сноубордист по прозвищу Буба на самом деле сломал руку и заработал сотрясение мозга. Но даже если бы он сломал себе шею, эти друзья ему вряд ли помогли. Бубу, улыбнись в камеру. Слышь, Бубу, улыбнись. Друг, я тебе говорю, тащи Бубу в больницу. Давай быстрее. Экстремал-велобайкер вылетает на огромной скорости на летний горнолыжный склон. Парень теряет управление, падает с велосипеда, срывается с деревянного настила и летит по инерции, пересчитывая лицом, шеей, спиной и всем телом металлические перила. За несколько секунд юный экстремал получил тяжелейшие травмы и множественные переломы. Теперь больничная койка. И надолго. Пожалуй, слишком высокая цена за возможность смешать кровь с адреналином. У девчонок свои приколы. Но что там у девушки может пострадать? Ничего такого болезненно ценного у нее нет. Катайся, красавица. Только попу надо смазать маслом. Секретная инструкция русского спецназа. Если у вас не осталось патронов и нет оружия, а на голове есть каска, а в голове военные секреты, действуй следующим образом. Без сознания будьте уверены, вы не выдадите врагу военную тайну. Два мужчины балуются.
один поднимает другого. Но другому, видимо, это не сильно нравится, и он хватает приятеля за причинное место. Крепыш, согнувшись от боли, силой кидает живую ношу на землю. Упавший не может встать еще долго. Ему помогает друг. Да, рука выглядит не ахти. Это перелом. А что второй? Будем надеяться, что удар ниже пояса никак не повлиял на его репродуктивную функцию. Вот что бывает, когда мужчина не уделяет любимой должного внимания, а вместо этого с увлечением смотрит в любимую книгу. Девушке приходится самой себя развлекать, прыгать в холодную постель, представляя себе что-нибудь романтичное. Но бесконечно так продолжаться не может, и парень получил за невнимательность. Как жалко, когда рядом не читают рэп и не танцуют два огромных черных парня. А из партнеров только белый холодильник на заднем плане, да микроволновка. Ну ничего, девчонка и одна очень даже на Dance Battle может сходить. Правда, раскачать аудиторию ей пока не по силам. А вот развалить дом вполне по плечу. Вильнюс. Когда любимый далеко, а порадовать его очень хочется, на помощь всегда придет видеочат. Ты и видишь любимого, и танцуешь для него, и можешь даже раздеться. Он что-то шепчет тебе в наушники, нежное. Плюс к тому играет медленная романтичная музыка, поэтому как заходит мама в комнату, не слышно. А мама девушки — это будущая теща парня, который, как и мы с вами, по эту сторону экрана. Но такой продвинутой мамы, будущей тещи, мы с вами еще не видели. Скорее всего, внимание парня, как и наше с вами, переключилось на танец этой дамочки бальзаковского возраста. Паренек смог, в конце концов, подсказать любимой, что делается у нее за спиной. А зря. Продолжение эротического танца ни мама, ни парень, ни мы с вами не увидели. В следующем выпуске улетного видео по-русски вас ждет. Ночные разборки полярным днем. Стрельба и поножовщина в Мурманске. Последний герой боевика. В кадре похождение деревенского Рэмбо. Веник, деньги, два ствола. Позорное бегство малолетних грабителей. Крылья свадьбу вдаль несли. Молодожены не доехали до ЗАГСа. Пуля для пролетариата. Расстрел безоружных рабочих на Украине. Ненужный человек. Спасатели нашли в мусоропроводе женщину. Как очутилась в мусоропроводе? Не поясняй. Наследили и попались. Глупые грабители оставили на месте преступления огромное количество улик. Посидим, поохаем. Такого зрелища муравьи еще не видели. Только в улетном видео по-русски.